Добрый вечер, моим друзьям. Вот приехал с дачи и поставил на печать картиночку. Покажу сейчас, как работает чипуперапринтер реально. Что для этого надо? Нужен ноутбук, либо компьютер. В него при покупке мной перапринтера продавец Олег, очень хороший человек из Ляхович, вот эту программку, вот курсор у меня, мы ее открываем для печати. Каскад называется это его программное обеспечение. И тут программка вот такая. Вот ее внешний вид. Здесь файлы, картинки, станок. Ну, кто купит, разберется быстро. Нет, будут вопросы, я отвечу. Разрешение выбираем 72. Здесь есть шкала разрешений, когда файл будет открыт. И выбираем картинку. Открыть. Иду в недавние места. Смотрю, что я вижу от Олега. Вот эта программа, это диск, карта памяти. Вот сюда в слот, слотик вставлена карта памяти с переходником. Это диск G. Вот он. В недавних местах выбираем. Так, смотрим от Олега. Открываем папочку эту от Олега. Он мне прислал много красивых файлов. Собаку я выжигал уже. Сейчас хочу посмотреть вот эту картинку от Олега. Его все эти файлики. Вот открываю я. И сразу в программе у меня появляется изображение. Вот в его этой программке. Выбираю размер. Зная размер доски, вот я выбираю. Файл будет у меня 230. И тут сохранение пропорций, вот флажочек. Автоматически он ставит высоту. Вот такой файл будет у меня выжжен. Теперь вот сюда переходим. Экспортируем G-код. Открываем тут этот диск G. Вот он, карт. Карта памяти. Выбираем его и обязательно в имени файла обозначаем английским шрифтом название. Допустим, перешли на английский. All 2. Олень 2. Все, сохранить. Файл успешно записан на диск. Окей. Переходим сюда. Безопасное извлечение. Извлечь CD-карт. Извлекаем. Оборудование может быть извлечено. Заходим сюда, вытаскиваем переходник, идем к чипу-перапринтеру. И сюда, вот сюда, я уже засунул его, он же печатает уже. Вкладываем и выбираем режимы работы. Включаем, выбираем тут 0 на шкале, и вот он печатает. Уже появилась часть картинки. Печать в одну сторону идет, к линейке. Он чистит тут вот этот вот нехромчик свой. Укрепил я доску. Ну, у меня такой стул рабочий. Для выжигания всяческих. Можно и на фанере толщина, можно и на дубе. Подложил, и линейка поднята уже под... Стационарно стоит, так же, как подняты вот эти держатели осей, шпилька эта. Он потихонечку едет на колесах, этот ЧПУ перапринтер. Сам выжигатель, программа идет отсюда, конечно же, с карты памяти. Он читает, и видно, сколько пройдено по X, сколько пройдено по Y. Значение температуры, датчик на 40 стоит. Вот так он работает. Время выжигания вот этого рисунка, файла, то есть 23 сантиметра по X и почти 30 сантиметров по Y, с сохранением пропорций 5 часов. Я где-то в начале 6 поставил, ну, часов до 11 он выжжет. То есть, если все тут не мешает, сквозняков только боится этот чипу-перапринтер. То есть, нажали, температура будет меняться, если дуть постоянно будет ветер. Ну, смотрите, закрывайте.
Вот и он так идет, его работа идет. Тут такая у меня дощечка для выгибания нитей вот этих вот. Но ее хватает надолго этой. Не хрома этого, 10 метров там на 20 лет хватит выжигать. А хватает жала. Ну, Олег рассказывал мне, что картин на 5. Я не знаю, меняю иногда их. Он пока истончится, этот нехром 5 миллиметров. Это надо сжечь и сжечь. Все, всем добра.